тут сбивают захват частично, но не забывайте, что Steelman уже идут в проигрышной ситуации, оказались по ХП очень жестко. Да, и тут просто Визави проигрывает. И, соответственно, это фактически потеря игры, потому как противостояние двух бочатов решается. Поймали ногу слю. Да, второго. Это каток, и это до свидания для Супер Конкурор. Никуда он отсюда не уедет. Через каток его просто будут держать. Посмотри на лицо игрока. Очень-очень хорошее пробитие. Только что было 262. Опять, видимо, это играет все-таки свою роль. Абсорбция это. Абсорбация, да? Абсорбация. Ничего страшного, один. Я тоже долго остался. Так, ну что? Что, начинает просто заход в корму, в тылы, да? И неплохо тут отыгрывают, откровенно говоря, хэви. Именно не Т5, а Т57. Вот, классное позиционирование от команды Top Tier. И Steelman тут очень сильно проседает. Тут еще и сверху накрывает Кабача. То есть чисто за счет удачного перемещения, грамотного от команды из американских игроков, они заканчивают этот Химмельсдорф с победой для себя. Ну и довольно-таки уверенно. Довольно-таки уверенно. А тут стоит похвалить, наверное, как и Е3-го у команды Steelman. Да, да, и 3 секунды до конца захвата базы. 2 секунды остается. 1 секунда. Надо сбивать срочно. 2 Дили. На последней секунде. Боже да, мой. Там даже не секунда, там доля секунды. Возможно, там 1 десятая, возможно, сотая секунды. Это фантастика. Как они это сделали? Потом, наверное, будет какой-нибудь повторчик. Было бы неплохо посмотреть, верить. Кто же это сделал, друзья, кто же этот жесткий парень, потому что казалось, что уже не успевает он по мини-карте. Но... жесть, просто, я не знаю, китайцы закричали от негодования, почему так произошло. Мы же выиграли, черт побери, но нет. Ты знаешь о том, что бачаты-то в КД были на тот момент, но сейчас они, ясное дело, уже перезарядились. И ну, здравствуйте. У них не столь быстрый сетап, опять же, чтобы какие-то маневры здесь в защите проворачивать. Ну что же, полетели баты, улетели. Все, в принципе, понятно. 3-1 заказанный клюв. Практически остается просто добить СТРВ. Супер Конкерер, Барбекю уже вновь нажаривают ребята. Ну и все, СТРВ Солянова остается. И это 3-1 заказанный клюв. Красавчики. Ну и как сыграли тяжи, кто ошибся в этом бою. Начало было шикарно. Вот контратака, заряженные барабаны, флаг, спринг работают. Флаг забирает дипломата, Найса потеряли парни. Немножечко отыграли ХП Seven Pirates, но по-прежнему это практически двойное преимущество. Это нереально, нет, никак. Нет, нет, просто нет, нереально. Нет. Флаг остается ваншотный, но он раздал барабан, он всю свою ударную мощь просто исполнил. Хуба делает минус еще один, и остается лишь один барбекю, которого по традиции жарят последним. Юнио могут выиграть это на самом деле. Это СТЛТ, посмотрите, подъезжает с флангу команды Юник, у них все танки уже начинают работать. Бат, скорее всего, если не отдаст, это Вэлли раньше уйдет на КД и раньше начнет развивать второй барабан, но уже пошел минус-минус Томато. Ой-ой, и второй отлетел, как все быстро уничтожается, хотя два в ответ. Два в ответ, но тут еще есть снаряды у команды Юник. Барабанщики все еще могут стрелять. Вэлли ушел на перезарядку. Нуки развлекает здесь. Ники как раз-таки. Нуки и Ники встретились, посмотри. Ну и остальная команда давит пока что Фиракла у китайской да. команды. Фиракл выиграет время, а здесь Нуки разобрал Ники. Ну и, конечно же, тест ОЛТ, пока баты находились на КД, все это время работал. И, в принципе, неплохо разбавили вот этих батов ребята из команды Юник. Ну и дальше 5-3, добивание, рубка на центре. Очень неплохо работают Юник. Ну посмотрите, Юнил отвечают на один танк. Какой-нибудь лютый контратакой в такой ситуации. Хотя контратака натяжет. Звучит как-то. Ну да, не догонит просто. Ники тут перешел в осадный режим, подказывается кустиком. Вот я эти кустики имел в виду, чтобы шаман контролировал в засвете и делает Ники минус. Весь захват висит на Нуке. Здравствуйте. Нуки также подсветился. Посмотрим, сможет ли уйти от прострелов. Вот 90% захвата, 4 секунды. И бой может быть просто закончен. Это какой-то детский мат. Мимо пролетает снаряд над головой, над башней Нуки. И, по идее, база захвачена, друзья. Валхак уже в ангаре. 3000 хп а есть. Куда? Преимущество у команды. Упс, они фокусят. Очень неплохо. До дома тоже в ангаре. Да куда же вы под все танки вывалились-то, друзья? Надо было... О, ну это вообще беда, печаль. Давайте, Ветра конечно, должен посмотрим. Умирать. Должен, должен. Конечно, 113 должны фокусить сейчас. Два ИСА и 113 команды Упс Гейминг. Плюс, опять же, прикрывает маяк. Все шикарно. Что творят эти бешеные жирафы? Что они творят? Пытаются здесь неплохо отработать ИСы 7. И у них получается... Ой-ой-ой, Аксматус, Волхакс получили очень много урона. В ответ Крейтер немножечко просел. На Милош получает урон. Рейджинг Патата также достается. Ну, в общем-то, пока что... Выигрывает явно команда Elevate во всех этих перестрелках. Ой-ой-ой, картошки достается. Ну и позитив ушел в перезарядку. И теперь не может прикрывать Ахматус в ангаре. Очередная потеря. Первая у команды Elevate. По ХП они, да, впереди. Но
Тут креатора забирает как раз-таки Брэд сам. Ой-ой, очень много поймал, уходит в ангар. Две десятки потеряли Elevate, и при этом Упсы еще потеряли только одну семерку. Упсы практически отыграли ХП, и здесь уже съедают супер коня ИСа седьмого. Здравствуй, говорит Dead Zone, здравствуйте, ребята. Нет, он не добился своей, не выкинул, точнее, не выстрелил все свои снаряды. Быстро сфокусили, но ситуация 3 в 5, Тафа, 3 в 5 по ХП. Впереди Упсы на 1000 почти что.